Здравствуйте! В первой половине дня сегодня сохраняется хорошее настроение и доброжелательный настрой. А к вечеру может накопиться напряжение. И лучше всего сбросить его с помощью физических нагрузок. Или провести время с любимым человеком. Устроить романтическое свидание. Понедельник хорош как для юридических дел, так и для финансовых. А если не о работе, удачно пройдет поход в салон красоты. Всего вам доброго и до встречи завтра!